А я пацан молодой, зовут Олегаю. Я ничего не боюсь, я быстро бегаю. За любимую девочку постоять я смогу. Вот. Всем привет, мои друзья, подписчики, гости моего канала. Вы опять попали на мой канал. Сегодня у нас в планах пробраться через огромные кусты борщевика. Забрели в какие-то непонятные места. Вот. Идем, короче, на рыбалку, чтоб не чудились русалки нам. Вот. Борщевика тут вообще капец, конечно. Это ужас. Ладно, его хоть кто-то тут побрил. Кто до этого вообще в тот раз еле пробрались здесь, чуть не обожглись все. Вот. Сейчас сегодня будем в планах ловить рыбу на удочку. Может, уклейку, может, густерку, плотвичку. Не знаю. Муку не брал, жарить ничего не буду. Сегодня у меня другое блюдо запланировано. Сегодня будем делать сэндвичи с яйцом пашот. Очень вкусные должны получиться. Ну, по крайней мере, сковородку я взял, плитку взял. Вот. Так что перекус у нас по-любому будет сегодня. Какая-то вкусная готовка, кулинарка вам. Вот, интересно. Ну и по совместительству что-то половим. Хотел еще, конечно, взять эту пневматику, винтовку. Может, уточку подстрелить. Но я думаю, надо уж чем-то одним заниматься. Готовкой и рыбалкой. А за удочкой... Ну, чем-то одним, в общем. А то начнешь, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Здрасте. Вот как-то так. Получается, все, мы пришли. Ребят, короче, караул. На то место пришли, на наше то. Там какой-то мужик уже сидит. Вот. Короче, мы не можем... Мы пошли на другую сторону, где тут люди купаются. Думаем, здесь где-то порыбачить. Зашли в какие-то джуманджи. Никак выбраться не можем. Здесь вода. Нас какая-то тропа занесла. Тут какое-то болото. Я не знаю, как нам вообще пройти здесь, Романыч. Куда мы зашли? Здесь больше тропа никуда не идет, а там болото, там только в сапогах. Но мы вот почти вышли, тут уже просвет, но мы, видать, не туда чуть-чуть свернули. Что скажешь? Лаураша. Ну и как мы тут, пошли назад, что ли, опять пути искать? Где? Но здесь не проберемся. Да тут, иди попробуй. Там тоже, наверное, вода идет. Ладно, ребят, мы подключимся, как найдемся, раскинемся. Ой, капец, ребят. Вроде нашли ту правильную тропу уже с третьего раза. Плутали-плутали, заплутались тут в этих джунглях. Борщевики с ростом 2 меня размерами. Я не знаю, мы еле тут пробрались. Фу. Сейчас, не знаю, будем искать места, потому что там рядом какой-то типа пляжа, люди купаются. Кто-то вот здесь на лодке уже кружки ставит, ездит на щуку. Я уже вижу, красные флажки загорелись у людей. Я не знаю, мы сейчас будем искать подходы к реке. Вот какая-то тропа тут есть. А, вот местечко хорошее. Во! Вот здесь, я думаю, мы где-нибудь и раскинемся с вами. Здесь более-менее не дует. Здесь можно будет изготовить на плиточке сэндвич. Вот такое вот шикарное живописное место мы пришли. Более-менее растоптано. Вон там люди. Вот. А вон там дальше на пляже сидят. Это мы вниз спустились. Я думаю, вот здесь вот где-нибудь и порыбачим. Тут, правда, вот жижа, а мы в этих, без сапог, думали, сухо все. А тут недавно дождь пролил. Тут надо, конечно, какие-то досочки бы ставить. Иначе мы тут не закинемся. Ну ладно. Сейчас раскинемся, что-нибудь придумаем. Ребят, все, раскинулись вроде как. В портфеле пока ничего не разбирал, еду, потому что, как вы заметили, вот все стоит, все вещи. Вот я пока закинул пару экранов на всякий случай, пускай будут. В основном, конечно, будем сейчас на удочку ловить.
Пару экранов я закинул, может, живца получится поймать, потому что мы завтра хотим ехать за щукой, вот. Потому что, не знаю, получится, не получится. В общем, как-то надо живчика нам наловить. Ну, или на крайняк, может, у кого-нибудь там у местных купим. Если поедем вообще, я еще не знаю, когда в погоде. Но пока готовить сейчас мы не будем, мы пока раскинулись. Сейчас будем сидеть, удеть, загорать. Вот, потому что, как вы заметили, по траве, по ветру очень ветреный водоем. Я не знаю, плитку просто будет огонь задувать. Если только нам куда-то идти вон туда в лесок, вон туда, вон там где-нибудь в чаще, может там хоть где-то будет потише, и можно будет готовить вкусный сэндвич, рецептик вам покажу. Вот. А так пока просто будем ловить. И вон, смотрите, Ромка тут какое-то местечко нашел уже оборудован. Здесь мостики. Вот он сидит, удит уже. Сидит, удит. Ты на червяка, что ли? Кувшиночки кинул. А спуск-то какой сделал? О, нашел куда кидать. Первый зацеп. Ну все. С полем тебя, братан, с полем. Сейчас первый крючок оборвем, но запасные еще есть. Вот так уж кувшинки кидать. О, смотри, кто к нам плывет, ребята. Какая красота. Мы тут сидим тихонечко, как нам уточки маленькие подплыли с мамашей. Вон она. Вон она, какая красота. Прям под камерой гуляет. Хлебушка хотят, да? Думаете, мы вас тут кормим хлебушком? Ну, хлеб, надо за хлебом сходить вас покормить. На-ка, подержи-ка, я попробую их покормить. За хлебом схожу. Опа! Давай поближе, Рома, она же без зума. О! Как сильнейшие лисы. Какая красота! Маленьких. А то что им тут кушать, да? Беднягам. Мама даже не притрагивается, типа, чтоб детки накушались. А вот и маме перепал кусочек. Ой, какая лепота, да? Когда так первый раз так попали с тобой. Сами подплыли, как эти ручные. А мы еще скоро на них охотиться собираемся идти. А куда? Надо бить только селезни, ребят, во-первых. Во-вторых, у них, видите, самок нельзя сейчас трогать. У них еще маленькие выводки, они еще нужны детям. По утке попозже пойдем. По весне, там, по осени. Пускай подрастают. Да, Роман? Ну, сейчас только если самцов можно трогать. Они, вот самцы точно не имеют. Да что у них желудочки-то, ребят, маленькие. Может, рыба сейчас наподкормится тут как раз. Чайки сейчас какие-нибудь налетят. Так что такую красоту, ребят, трогать, конечно, пока не надо. Если был бы самец, мы бы его чпокнули. А самочки, пускай пока, они нужны своим детям. Их нельзя трогать, стрелять. У меня еще была сегодня идея взять с собой винтовку, но я не стал. Потому что за двумя зайцами погонишься, как я вам сказал, ни одного не поймаешь. Надо чем-то одним заниматься. Либо готовка, либо рыбалка, либо идти на охоту конкретно. А сейчас они еще очень маленькие и нуждаются. Пускай подрастают. А самцов-то что-то, кстати, не видать. Одни самки сейчас плавают. Самцы у нас все куда-то на Пушкина ушли. Или улетели, не знаю. Ну, в общем, ладно, ребят, до подключения. Готовить, я думаю, мы пойдем в лес, как я и сказал, потому что здесь ветер, пипец, плитку сдует. Ну, а сейчас мы пойдем ловить, может, Рома что нам на удочку поймает. Вот пытаемся с Романом поймать рыбу. Что-то у нас тут все клювало-клевало. Вон поплавок, не знаю, видно вам, не видно, ребят. Очень ветрено, но что-то клюет. Вон, тащи. Что это такое? Маленький кушок. Ни хрена себе! С полем, все. Только на такой на живца не пойдет. Хотя, блин, многие окуня тоже говорят, на щуку сажают. Хорошо клюет. В астраханских областях там щука на все клюет. Ну, далеко заглотал-то. Да, как ротан, что ли? Давай. Ну это уже все, это не живец, это умрет сейчас рыба. Можно ее чайком выкинуть. На, смотри, сам такого малька.
Он у нас сдохнет с тобой. Отдай червяка, да? Все. Убежал. Судьба у него такая была. А вон он на дне, вон он. Давай за ним. Не, он не живец. Значит, не судьба. Ну, пошли его куда-нибудь отнесем. Так что все, с полем нас. Та-ра-та-ра-та-та-та-та. Тащи. Радости полные штаны. Уже второй, да? Все как один. Одна стая, что ли, подошла? Лучше, да. Ну-ка, за пальцем не секилявка, господи. Ну ладно, этот хоть не сильно заглотнул, да? За губу. Этот выживет. Все. В общую копилку его. Еще с полем. Акуниное место у нас тут, ребята, попалось. Ловим окушков. Что, на удочку только уходит? Ромка что-то кричит, говорит, что-то поймал, не успели камеру подключить. Что тут опять? Бывает такое. Жесть! Капец. Слушай, выпусти его, а. Это само собой. Или кошкам. Нет, это выпусти. Запускай. О. Так, приглашай папу-маму. Блин, мы сейчас прикормку, пацаны, накидали тут. Крутую. Блять, в кувшинке завел. Сука. Молодцишки, мышки. Блин, он всю кувшинку обмотал. А, все, тащу. Давай, тихонечко, все там. О, все-то покрупнее, гляди-ка. О, это все мелочь. Блин, я думал, сейчас оборву об кувшинки, а. О, красавчик. Козлина. О, червяка-то даже не съел. Ха-ха-ха. Червяк-то остался. Все. Это такой не очень хороший. Вот теперь нас с полем. Все, не дадут нам сэндвичи пойти пожарить. Прям клев идет. Так, насадили. Давай вот так вот. Тьфу, блядь. Клюйся. О, какой. Пошел под вечер хищник покрупнее, а то все мелочь вначале, ребят, клевало. Тератром? Мощный. Какой он у нас. Полосатый. Ну все, понятно. Ну что, ребята, вот пока, как вы видели, немножко половили окуньков различных. Клев идет пока ни о чем. Сейчас будем наконец-таки готовить ваше долгожданное блюдо. Вы, наверное, все ждете уже этого рецепта сэндвичи с яйцом пашот. Сейчас я вам покажу, как они делаются. Внимательно. Я купил в красно-белом уже вот такие наготовленные тонкие хлебцы. Сейчас мы с вами вырезаем вот так вот из него корочку. Все попадает тут, все видно? Угу. Сейчас приближу. Как ты приблизишь? Вот. Самое главное оставить вот такую вот корочку. Мякоть нам не нужна. Мякоть мы можем на нее вот так, она мягкая, как тесто, можно накатать как начинку, использовать как наживку для рыбы, как тесто, в принципе, уклейка может клевать, плотва и все что угодно. Пока мякоть убираем. Нам нужны вот такие две рамки только. Внимание! Сейчас пойдет нарезание второй рамки. Отлично. Все, мякиш пока убираем. Ребят, сейчас мы просто пока вот сидим на водоеме, пока чисто подготавливаем почву. Сейчас плиткой мы здесь пользоваться не будем, мы уйдем туда чуть вправо.
Сейчас мы все нарежем и там сразу разожжемся, потому что идет газовый баллон, просто будет сдувать на ветру. Мы там спрячемся, тихонечко приготовим. Здесь просто открытая местность. Сейчас просто дальше нарежем, давайте с вами помидорку на сэндвич. И вскоре вы все увидите, как это все красиво получается. Дальше мы купили вот такой вот окорок свиной. Типа такая буженинка. Неплохого качества. Можете брать вообще, ребят, для этого блюда различное. Сервелат, вареную хоть колбасу берите, ветчину, бекон тоже подходит. Я взял вот такой кусочек мяса, хороший окорочок. Вот. Естественно, мы сейчас все просто вот сюда, все, что мы нарезали. Чтоб нам потом было проще быстренько делать все, мы, естественно, все это раз, подготавливаем, нарезаем. Давайте-ка так проще будет. Половинками нарежем. И кусать будет проще при сэндвиче, а то он длинный будет, не сломается потом ничего. Вот, сейчас мы с вами раз, слайсики себе наделаем тоненькие, да, ребята? Вы следите, следите, я за вами тоже слежу. Вот, как хорошо. Ну, а это мы, как бы, вот так вот, по-братски с Романом перекусим. Да. Вот. Если что, не хватит, еще подрежем, а если не хватит, то это тоже доедим в сыром виде. Так, ну все, это у нас есть, это у нас есть. То есть помидоры нарезали, это нарезали. А, теперь мы переходим к зелени. О. Ну как же, ребят, без сыра, естественно. Какой сэндвич без сыра? Сыр мы купили. Лучочек тоже у нас есть. Его много не надо, чтобы он там не сыпался. Достаточно вот этого, остальное домой заберем. Думаю, сейчас повеселимся. Хлеб далеко не убираем. Ну все, маслица я чуть-чуть налил. Нам много не надо, нам же не рыбу, но карася жарить. Самое главное, взял соль, перец по вкусу. В принципе, все. Сковородка у нас есть. Правда, без ручки. Ручку мы потеряли где-то с вами, господа, с того раза. Ну ничего. Все, сейчас пойдем разжигать нашу плиточку, которую вы уже все видели в предыдущих роликах и на обзорах, и тыры-пыры. Вот. Сейчас найдем тихое местечко и покажу вам классный рецепт. Ну а потом еще покажу вам какие-нибудь пейзажи. Может, еще рыбка попадется. Следите, все будет вкусно. Все, уснули пупырышки маленькие на солнышке. Мы их тут хлебом накормили. Вон они еще даже не доели. Вон сколько хлеба плавает. Я им тут полбуханки скормил сэндвичей. Мама бдит, мама охраняет своих гусяток. Вытянулась на ногах на страже. А то вдруг кто-нибудь прилетит, утащит. Но их тут вообще 5 или 6 штук. Здесь только 2 греются, там пониже еще сидят на дереве. Короче, у нее 6 утят. Так что красота. Красота. Загораем. Вон там люди на лодке плавают, кружки ставят. Все, маслица налили на сковородочку. Дело в том, что мы уже готовим второй сэндвич. Первый у нас уже готов. Мы вам его не показали. Сейчас мы вам покажем. Забыли съемки, как всегда, вести. Сейчас мы вам покажем, все расскажем. Так, как я и говорил, сначала ложим вот эту рамочку. В нее аккуратненько, ребят, бухаем яйцо. Вот так вот. Красиво. Быстренько его солим. Перчим. Точнее, сначала поперчили, потом посолили. Дальше добавляем немножко зелени. Зелени можно не жалеть.
лопаем пупырышки, они нам не нужны. И пока схватывается наше яйцо, кладем сверху помидорки. Ребятки, помидорки обязательно. Дальше ложим наш бекон, буженинку слайсиками. Красивые бекончики, аппетитные, вкусные. Вот. Блин, забыл, ребят, не надо класть бекон на помидору, надо класть сыр, ребят. Сначала кладете кусочек сыра, опять забыл немножко показать вам. Вот так вот кладете кусочек сыра, потом уже кладете бекон, еще раз сыр. Вот она красота-то где. И в конце, когда яйцо сейчас уже там подогревается, в конце все накрываем, естественно, кусочком хлеба. Вот так вот прижимаем. И оно уже, в принципе, готово. Ребята, обратите внимание, сейчас будет переворот. Опа! Видали, какая красота? Вот такой вот сэндвич. Он перевернулся уже на ту сторону. Его можно тоже сверху немножко притрумить. Зелень оставшаяся, она нам лишняя. Сейчас он немножко поджарится. То есть, обратите внимание, вот с этой стороны у нас была рамочка, да, видите? А здесь яйцо, и внутри оно должно быть сырое. Когда мы его разрежем наискосок, вам на тарелочке покажем, и с сыром все расплавится, это будет сырое яичко. Там оно должно быть желток растейшее, получится яйцо пашот. Вот такие офигенные сэндвичи мы сготовили сейчас на природе. Можно плиточку, в принципе, уже выключать, баллон отсоединять, хлебушек уже доходит. Тарелочка у нас вторая есть. Сейчас пойдем. Сейчас чуть-чуть хлебушек поджарится. Сейчас посмотрим. А, все, он уже готов. Все, снимаем. Это красота. И давайте мы вам разрежем сейчас первый и покажем, как он получился. Ой, какая корость. Да. Именно так. Вот такая красотень, ребята. Ты мать честная, о, как здорово. Ну, прям кулинарный шедевр. Вот такая вот красота, ребят. Вот такие сэндвичи. Кухню бросаем, пошлите вкусно трапезничать на природу. О! Фух. Вот такая вот вкуснотень, ребят. Все, ребят, кому понравился этот рецепт, пишите, ставьте лайки, дополняйте мои рецепты своими комментариями. Может, вы скажете, чем тут можно добавить болгарский перец. Можно добавить сюда еще, конечно, кучу интересных ингредиентов. Как говорю, готовит каждый сэндвич на свой вкус и цвет. Можно добавить листья салата, листья капусты, тыры-пыры. Будет еще свежее, еще вкуснее. Но я вам сготовил сегодня такой. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Ну а мы продолжаем кушать и рыбачить пока. Сейчас будем пробовать. Ребята, все, началась самая интересная дегустация блюда. Ну давай, Ромка, не обмани нас. Яичко из тепла, нежненько, мягенько, все пропиталось. Главное, чтоб тостеры были хрустящие, но они уже походу намокли, да? Нет. Сыр. Сама рамка хрустящая. Да, рамка хрустящая. Все тянется, сыр тянется, все вкуснятина. Так, давай скорее пока горячий тоже пробуй. Да, сейчас обязательно попробую. Сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим, как ты кушаешь минутку хотя бы. Целый ломтик съешь. Ромка у нас голодный просто. Ну все, проголодался. Это блюдо того стоило. На-ка, попей квасу. С зайчиком, знаете, какие у него стаканчики крутые. Квасик. Давай, хороший квасик хлебный. Да, забористый. Ну что скажешь ребятам? Советуешь такой рецепт? Вкусно, невкусно? Или ты на голодный желудок, все вкусно?
Такой, да. Такой завтрак стоит готовить? Да не только на завтрак. Ну вообще это как бы на завтрак. Такие сэндвичи можно кушать. На завтрак, то это будет очень аппетитно, кстати, зависит, да. И можно будет от этого побыстрее проснуться, кстати, да. Если это утренний завтрак, то это будет очень вкусно. Особенно любимой женщине, когда ее принесешь в постель. Я думаю, она оценит это. Ясно. Ну, приятного тебе аппетита, Роман. Ставьте лайки, ребята. Пока, вкуснятина. Сейчас я свой кулич раскрою. Ватрушку. О. Он говорит, что мое яйцо пашот по всей... Желток, а, да, видно, да, видите, там смазано. Желток растекся прямо по всей яичнице. Ну, то есть по всему этому тесту растекся. И офигел, получилось офигенно. То есть он такой не затвердел, он такой жидкий. И классно получилось. Гренка хрустит, вот эти бока, вообще кайф, да? Помидорки. Конечно, можно было бы даже не пожалеть соли, потому что помидорка, она не соленая. Я бы побольше подсолил, чтобы помидоре придать тоже соленость, пикантность. Так как сыр, он вроде такой тоже не соленый. Ну ладно, в общем, не столь важно. Главное в этом деле не пересолить. Ребят, я вас каждым разом чем-то удивляю, чем-то новым, интересным. Даже не то, что вас, я сам себя в первую очередь удивляю. Потому что, когда мы вам готовили, помните, первые сэндвичи без жарехи, когда мы ходили на рыбалку на плотву, на работе там, помните, у меня ролик еще выходил. Мы вам готовили из листья салата, колбаса, там, соус, там, еще слой колбасы, слой сыра, слой помидоров, слой огурцов, и все это хлебом, там, тыры-пыры. Вот, это было не так вкусно, но было тоже вкусно, но не так. А тут именно поджаристый с яйцом пашот, с ветчиной, это вообще бомба, отвечаю. Это намного вкуснее, то, что хрустящее на костре, чем вон то сырое, блин. Ребята, это просто красота! О боже, какой мужчина! Девчонки, кто хочет от меня сына? Ведь я так вкусно готовлю, и точка! Всем приятного аппетита! Ребята, воспользуйтесь этим вкусным рецептом. Особенно на природе. На природе все вдвойне вкуснее, сами знаете. Да, хэштег, кто хочет точку, кто хочет дочку. А где мой квас? О, сейчас квасом зальемся. О, сусло самое то в квасе, кстати. Кто, кстати, умеет самодельный квас делать, напишите в комментариях. Будем рецептами делиться квасом. Ну и все. А сейчас у нас уже пойдем дальше рыбу проверять. Может, уже что клюнул на удочку. Будем кушать, сидеть, скоро сворачиваться по делам. Ну-ну-ну. Я еще с вами не прощаюсь. Всем приятного аппетита. Она всегда на стрёме, когда ее детки гуляют. Ну мы же их кормим, мы их не бежаем. Вы что тут ищете? Голодные что ли все? Все никак не наелись? Я вам сколько батонов уже накрошил хлеба на сегодня. Они даже не доели, тогда ушли, сколько тут плавало. Уж синица пришла, воробей доедали. О, мамаша пошла. Может, ты ручной моей станешь девочкой, а? Ручной будешь?
Как тебе имя дать? Вазелина. Ты будешь Вазелина моя. Ну что, ребят, все. На этом мы сегодня с вами прощаемся. Как я сказал, после сэндвича вкусного, я думаю, я вам с вами не прощаюсь там. Что-нибудь интересного, думаю, вам еще покажу, но ничего не ловится, к сожалению. Сейчас мы просто уходим рано, нам еще надо по делам. Время еще только 6:30 вечера. Мы бы еще здесь посидели до 9, и как всегда там начнется самый клев, как тогда у нас в предыдущем ролике видели, как под вечер поперла клевать рыба. Но просто сейчас надо реально ехать по делам. Вот. Я бы еще остался. Ну, так что придется сегодня попрощаться. Сегодня у нас была окуниная пора. Немножко так половили вам в основном одних окуней. Белой рыбы вообще не видели, белой рыбы нету. Вот. И показали вам красивых уточек, показали вам вкусный рецепт. Вот такая вот у нас сегодня выдалась прогулка. Как уж получилось, не обессудьте. Может, кому-то будет неинтересно. Но в любом случае я жду за свои старания, за то, что я потратил время, весь полдня, там весь день, да, за подобное. Я думаю, я заслужил лайк даже за это. Неинтересный ролик якобы для вас. Хотя я заснял очень много интересных уточек, которых очень сложно заснять. И вообще подарил вам свой позитив, любовь и доброту. И жду вас на следующем ролике. Думаю, следующий ролик будет более интересный, чем этот. Надеюсь. Но вы ждите все равно в любом случае. Всем спасибо за внимание. С вами был канал Олега. Всем пока.